Было охотнику и кормильцу в ту пору 14 лет, и долго тащить на себе такое возище у него не хватало сил. Он был еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, кое страшились когда-то родители старшего парня. Стало быть, меня и не всем братьям и сестрам там жизнь наладилась. Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионер лагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу, он захлебываясь, жестикулировал руками. Это у всех у нас этот папа. Говорил, и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его, и не самые лучшие, навсегда печатались у нас.